А дальше это главное. Один и об одном. Вот так вот хорошо продавец все упаковал. Чудесная пупырка. Пауэрбанк на солнечных батарейках. Я что-то не понял. Его еще от 220 можно заряжать, что ли? Ребят, достаточно тяжелый. Чуть ты светишься. А что ты не выключаешься? Берет и светится. Ну-ка, если вот так вот закрыть. О, не светится. Светится. Я понял, ребят. Все до безобразия просто. Сейчас мне еще понять, как фонарик у тебя включить. Фонарик-то у тебя никак не... О, включил фонарик. Еще какие-то две лампочки сгорелись. О, наверное, в инструкциях это подробнее написано. По заявленному, выход первый 5 вольт 1 ампера. Выход второй 5 вольт 2,1 ампера максимум. Вместимость 20 тысяч миллиампер часов. Ну, 20 тысяч миллиампер часов, я подозреваю, это в раке для такого маленького. Но в плюсе что? Два выхода. А его можно заряжать от сети через микро-USB. У него есть фонарик. И он заряжается от солнца, да, с помощью вот этих вот солнечных батарей. Достаточно компактный, а следовательно, можно взять его с собой в поход. И, надеюсь, ваш iPhone он сможет поддерживать, который садится постоянно, регулярно. Вот, вы сможете его поддерживать. А также, включив лампочку, вы сможете... Да что ж такое-то? Как тебя обратно-то вставить? Включив лампочку, вы сможете почитать. А, брал я его не себе, брал я его как бесплатный посредник. По этой причине будет что? Я его отдам человеку, надеюсь, человек сделает мне отзыв, и вы сможете прочитать отзыв, насколько это хороший либо нехороший прибор, в группе ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свои отзывы и читайте чужие. А мы давайте поедем дальше.